Listen to the wind in the air, hiding rivals up there. I am crawling. Всем привет! И в этом видео я предлагаю сделать вот такой вот нежный весенний образ. И давайте начнем с макияжа. Первым делом мне понадобится тональная основа, она мне поможет выровнять цвет кожи, убрать какие-то покраснения, перекрыть поры и сделать лицо более свежим. Чтобы перекрыть все синячки под глазами, в помощь мне идет консилер. Наношу его под глаза, возле крылья в носа, немножко на лоб и на подбородок. Что это было? Дальше переходим к бровям. Я хочу их сделать более мягкими, такой более натуральной формы, стараясь сделать более широкими. На все подвижное веко я наношу базу под тени. И чтобы ее закрепить, мне понадобится обычная компактная пудра. Я наношу ее вбивающими движениями с помощью пушистой кисти на все подвижное веко. Набираю на кисть тени розового такого барби оттенка. Их я буду наносить в складку верхнего века и стараться очень хорошо растушевать, чтобы вышла как будто розовая дымка. Дальше я беру уже более насыщенный, такой горячий розовый оттенок и наносить я его буду только на внешнее веко. Ставлю точечку, уплотняю там цвет и растягиваю его по складке верхнего века. Дальше беру вот такой вот персиковый оттенок шиммером и буду наносить его похлопывающими движениями на серединку века и во внутреннюю его часть. Чтобы добавить изюминку этому макияжу, я решила использовать тени вот такого вот зеленого травяного оттенка. Наносить я буду его с помощью маленькой плоской кисти. При этом, чтобы цвет максимально ярко передался, кисть перед этим нужно слегка смочить обычной водой. Наношу я оттенок по линии роста нижних ресниц. Дальше коричневой гелевой подводкой я прорисовываю стрелки, но довожу их только до середины верхнего века, где-то приблизительно на уровне зрачка. И наконец-то прокрашиваю ресницы черной тушью очень густо. И вот такой вот макияж глаз у меня получился. Решила добавить немножко румянца на щечки и нанести розовую матовую помаду на губы. Она завершает мой образ. С макияжем мы закончили. Он получился нежным, таким романтичным, я бы сказала. Переходим к прическе. Итак, первым делом мне нужно завить волосы. Использую для этого свою любимую конусообразную плойку, которая мне очень быстро делает локоны. Дальше за ухом я выделяю одну прядку волос и разделяю ее на две части. Каждую из прядей я закручиваю по часовой стрелке. Для ориентира это от лица. Дальше этих две прядки я перекручиваю между собой, но уже против часовой стрелки, то есть это к лицу. Таким образом жгутик будет держаться и не раскручиваться. Фиксировать я буду его с помощью прозрачной силиконовой резинки. То же самое я делаю с другой стороны. Вы можете разложить такие жгутики, как вам будет удобно. Я решила сделать в виде вот такого вот обруча. Выкладываю их на макушке и буду фиксировать с помощью заколок-невидимок. Вот и все, вот такая вот простая и элегантная прическа. Спасибо вам большое за просмотр. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить пальчик вверх внизу. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. А я вас всех целую и пока!